Краткий обзор моего нового стола. По столешнице 1,20 м на 2,20 м, по ногам 1 м на 2 м. Намеренно сделано, чтобы прихватывать за край что-то с трубцинами. Установлена циркулярка, доработанная, внутри удален кожух пылеудаления, и все напрямую выходит через отверстие стола, на котором стоит циркулярка, стружка-отсос. Намеренно все показываю без ящиков, просто в каркасе, просто лучше видно, как это все реализовано. Здесь небольшой рейсмус, в котором предусмотрена штатная система микроподстройки по высоте с двойным стружкоудалением, то есть непосредственно из камеры, где он находится, и небольшой вот отсюда, естественно, убирается. Это у меня от старого стола осталось, меня это устраивает, я не стал ничего переделывать. Далее вот установленный рейсмус. При повороте на 90 градусов он находится на столе. Сейчас я поставлю. Легким движением руки рейсмус становится в рабочее положение. Естественно, присоединяется патрубок, стружка отсоса, приемные столы. Ну, и здесь вот интересный момент реализации, да? Вот эти три упора. Это для того, чтобы в положении, когда он находится в убранном, он не висел на петлях, а опирался вот на эти три платформочки небольшие. Ну вот вроде бы и все. Да, задача-то была изготовить стол из отходов, которые у меня остались после строительства. Так что вот практически ничего не покупал, кроме как вот, наверное, листа фанеры вот этого 15-го. Все остальное отходы строительства. Брус, балки, ОСБ. Ну вот так.